Браво, есть желающие на хаммере пострелять? Я могу. Давай. Укроп. Я понял. Тогда довезешь нас до... Не доезжая до метки Браво, там высадишь, где-то в районе Бандит, заправки. Метку ставим. Севернее. ЛЗ Альфа можно дальше проехать, в синей тренде. А потом назад на гору, да? Ага. Бандит, что с этой горы? Как ты там окажешься? Можно, кто там на хаммере из Браво, может туда заехать и снимать пацанов на крыше, которые будут ползать. Гостиница. Угу. На крыше на гостинице никто не ползает обычно. Ага. Бывают. Есть такие. Я трех так снял. Вдруг на стреле есть. Ползает и ползает. Да, это от силы всегда есть. Это самое тактикульное место, на крыше открытое. Там тем более все крыши видно. А у них мины, да, вроде бы еще есть. Да. Помню, вроде. Я помню, враг заминировал, и отстреловские пацаны взрывались на логи на них. А потом он бегал, он не русский, и матюкался. У Спитера даже видео есть. А, ты свой заминировал, да? Да. Понятно. Ну что, мы готовы, да? Да. Как ты эту этажку, на которую метку стоит? Чё такое? Ну, так если бадзаем. Середина проплыл. Блин, нашего грохнула песка на глазах. Ворон, давай тоже плыви. Плыви. Настрой человек? Ну, четверо. Окей. Бесполезно идти, там кровь, там крафт держит. Он его увидел, но не успел выстрелить. Бензе, как прошел, нормально? Ожидается основное скопление противника в гостинице. Обычно заседают на предпоследнем-последних этажах. Вот пока. Хорошо. Это что такое? Откуда бетерн? Чем они сжигают? Чем ковырять? Это ж больше класс. Раз. Роксан перебыл. Ожидай пока на берегу. Что еще раз? На берегу пока ожидай. Понял. Когда все переплывут, будем двигаться в город. Там есть что-то крутое, либо ли? Не знаю. Возможно, это наш хаммер. Попробуй сбежать, триггер, класс. Ну, как можно быстрее, надо в город заходить. Я на... В городе больше шанс. Вероятно. Сейчас всех дожидаемся и идем с востока в зону. У них там же был мой долг. Че, нет, я на позицию на месте. Нет, я не бегу. Я к домику пробежал какому-то. Кто у нас сейчас последний? Да, у них. Какой? Ну и... Да и Горовку поставил. Ну и пробежал. Ну я не разглядел, короче. Я надеюсь, сейчас не получится в финал очередь. Что-то не могу сориентироваться, метку поставить на себя. Да, тут, по-моему, домиков понаставили дополнительно. Подтыкай метку, увидишься. Нойзи, ты вообще на КВ? Кто стреляет? Убил одного я. Хорошо. Какую-то стекляшку многоэтажную вижу. Вот за это, там точно? Не знаю. Может, там АВ? Ай, ранен со стекляшки, по-моему. Ну, сын, берег. Тупая анимация.
Размен. Нормально стоит. Вот нет, там целая куча рядом с ним бегает. Никто хату его не проверяет. Да, не слышно, там такой шум от птиц. У меня постоянно глюки были. Минус бомба. Слепые, глухие, понятно. Не слышал ворон, как бомбы сняли. Эхо с доми. Негодяй. Нет, пацаны. Я так понял, разводник решили оставить покой и пойти дальше. Да ворон сейчас, наверное, зарядит М32 в ладонник. Не факт. Он таки не понял, откуда стреляли, что ли? Нет, он не понял, я даже когда убили, он такой пробежал все дальше. Непонятно, откуда шум идет. То есть птицы поют, еще что-то дополнительные звуки. Очень сложно ориентироваться по шуму. У них ту хату он работает. Вечер в хату? Да, он кидается на 30-метровый ворон, не в ту хату там не надо. А до соседней, в которую надо, он не докидывает. Минус. Ха-ха, ты не в тот дом ГПшил. А почему тогда отсюда или... Ну так он стрелял, потому что дом справа от тебя, он в нем у себя. Вообще-то я думал, я рюкзак спустил. Я в спину стрелял. Один раз попал. Вроде. Два раза стрелял, попал. Я, короче, ретард подумал, что там сидит, когда я поднимался на второй этаж, он, ну, как бы дым оттуда испускался. И стрельба была, это оттуда не мог иметь. Опять не парит. Она, кажется, с первой пули помер. Снайпер. А, снова был на крыше снайпер? Ну да. Понятно. Ну не снайпер, там какой-то человек был. Ну я понял. Это холодно? А, не Трексар, значит. Мурксар нашел. Ну, разменялись или... А, раненые оба. Я не знаю, я просто решил, что не помню, что... Нет.
Кто первый придет в себя? Так, Брок пришел. Брок пришел. Это юмор такой! Это юмор такой! Это не смешно ни разу, его текстура спасла. Я тебя спасал неправильно, Саш. Что? Он без сознания был. В смысле без сознания он был? Вы оба упали без сознания, он раньше пришел. Я в него ни разу не попал, вообще ни разу не попал. Все эти люди полетели. В карте есть приливы типа и отливы. На этом... В чехах, на чешских... По-моему, Черноруссия это обрезанная там есть. Вернее, модуль с ними приходит. Ну, Бонзай, спроси. Какой модуль? А, он тут. Ну, изменять воду. Он вроде с чехами есть. Ну да. Здорово, парни. Как тут дела у мертвых? Замечательно. Паш, чего там? Модуль этот работает в мультиплеере. Работает. Ну, вот можно хотя самому редактировать? Конечно. Так FPS не будет. Да. Я его и так. В смысле, я сколько в арму играю, у меня FPS больше 25 не поднимается. Хочешь бегать с одним FPS? Хотя может на 30 человек FPS побольше будет. Я вот да, дамбу пилил на это, для Вога. В Воге там разок был, там, ну, FPS побольше был, может, его серваки стоит. Ну как вот этот подполз? Вот, тихо. Вот так. прикинь, я бы там по дороге лазил на окраине города, там сидел, там во все это размахивал своим телом, и по мне вообще никто не стрелял, почти решил там типа тебя пригласить на смену позиции. Ты там сказал, кто-то есть, я на балкон вышел, тут же пуля, я ж офигел. Этот чувак, что-то оттуда прибежал к нам. Че ты? Походы, обе. Блин, если бы походы негром в белой маске, это было бы круто. Снаружи белый, квадрон. Ой. Убегай, Оби. Блин, опять на крышу лезут. Ну что такое? Я обучаю. Вообще страха нет никакого. Ой, обе. Ещё главный посмотрел. Да-да-да. Я не добил. Ты будто знал. Лизер в такой маечке, очень легко прятаться вообще, просто оранжевая. А-а-а. Меня убил. КС какой-то. М32, когда да. Подобрал. А, понятно. Я думаю, что это такое очередь. Одну зону захватили. Вот, таких еще много. Я думал, мы все. Что-то бедный укроп мрет от ГПшек сегодня. Да. Каждую вторую миску. Да-да. Блин, все одно... твои. Я их коллекционирую себе. Одну гашку так просрал, прям в окно пустил. А кого я там снял возле себя, не знаете? Оби. А. Я слышу, я тебя ранил, я слышу, кто-то стонет, такой, Ты услышал, что я кричал? Да, да ты орал, как резанный. Не, то, что я в войс кричал. А, не, в войс нет. Я там кричал. Нашел, запал.
Тебе нужно было под забор залезть. Так я под него лег. Ну как под него? Ты в 5 метрах от него. Не, я первый раз под него лег, пострелял, начал убегать, у меня начали в спину стрелять. Я там упал, думаю, не, посижу. Вдруг ботов убей. Бей ботов. Он прям хочется ему. Гранатой. Да. Нет. Им похрен. Как же? Так, надо ж. Я, знаешь, я такой заезжаю в город, ну, блин, меня КВ, знаешь, поочередно, никого вообще нет, все мертвые. Я такой, блин, куда я еду? Какие-то гранаты никакие. Угу. Ну, я слабенький, умер. А, кстати, ну, когда я шмалял с М2, с, ну, типа, с Хаммера, я? Так, у кого-то как ходит. Угу. С двое. А он слышит? Да, я думаю, слышишь. Только вот... Так, человек-мишень. Спалился. Писар. У него мишень можно нарисовать еще на спине. Зеленкой. Я понял. Они не поняли, что это вообще? Они вообще не видят друг друга, по-моему. Как это? А. Не заглядывают. Мне тоже гранаты кидают. Оп. А, я сам не понял. Такое чувство, будто бы с лестницы стреляли. Прикольно, кто меня убил? Нет. С другого дома. С другой стороны. А, да. Видно. Жаль. Было бы больше FPS, убил бы намного больше людей. F1 и 2, F3. Уменьшает дальность присадки. Да я знаю. На дальней у меня вообще дикие призы. На ближней как-то. В городе там особо-то прессовка не нужна. От дома к дому, шмак-шмак. В городе главное соседнюю улицу. Катюляры на самом деле. Чё, давайте последнюю отыграем. Надо рубить что-то тоже. Ну да, да. Ждалки будут, сиделки. Блять, видел одного, хотел его, блять, вышел сервер. Хотел одного.